Пока все хорошо у наших участниц. Аделина Сотникова вторая, Софья Бирюкова третья и Алена Леонова. Еще раз напомню, что она реально борется за право участвовать в финале Гран-при. У нее было третье место в Саппоро на японском этапе и четвертое в Канаде. Это ее третий турнир. Она имеет право выступать в трех турнирах. И здесь нужно ей выступить как можно лучше для того, чтобы все-таки пробиться в Квебек на финал. Саундтрек из фильма «Пираты Карибского моря» и также саундтрек «Сирены» из мультфильма «Синдбад. Легенда семи морей». Каскад из двух тройных тулупов. Безукоризненно выполнила его Алена. И тройной флип также выполнен очень хорошо, очень чисто. Замечательно. И двойной аксель. Эмоциональную фигуристку.